Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн. Сегодня и завтра состоится мероприятие по коммерческому выращиванию чеснока в городе Киров. Первый день мы будем разбираться в аудитории и после обеда поедем ко мне на участок, будем смотреть все вживую, как происходит. Сейчас ждем участников. Немножко волнуюсь, конечно, потому что вживую выступать это не на камеру писать. Вот, то есть тут уже не перезапишешь, но надеюсь, что все пройдет отлично. Желаю приятного просмотра. Заходим. Ага, все, давайте ждем вас. Саша. Сергей. Всем привет. Саша. Илья. Привет. День добрый. Здравствуйте, Саша. Постараюсь сделать мероприятие максимально открыто и доступно. То есть на любые вопросы, которые у вас возникнут, вы можете задать по продажам, по сбыту, как это сделать. То есть вы получите, ну, постараюсь я передать вам тот опыт, не только свой, но и ошибки свои. То есть будем делать это максимально открыто. Выходит зеленка, ковер 10 сантиметров. Это многолетка, это самый страшный сорняк, который, то есть у него вот такие бывают корни, там пырей, ну в каждом регионе свои, мы избавились и после этого приступаем к механическим обработкам. Всю механику, то есть за сезон надо еще сделать минимум 2, лучше 3 обработки механических. Такой зубок, если посадить, он находится в постоянном стрессе. То есть как он может развиваться, если его постоянно тут поджирают, там подъедают, земля какая-то с сорняками и так далее. То есть именно вот так все эта история выглядит. Мне, в принципе, очень нравится общаться с увлеченными людьми, которые, независимо от того, какие результаты получатся, они всегда двигаются вперед к своей цели. Слежу за каналом Александр постоянно, увидел информацию, то, что будет семинар, давно этого хотел. Непосредственно выехать на место, посмотреть, увидеть, как это все происходит у него, вся эта работа. Наконец-то это случилось, и познакомиться. Семинар прошел хорошо, много полезной информации, хорошее общение. В общем, не зря приехали, есть чему учиться. Опыта набраться, обменялись контактами, думаю, будем сотрудничать дальше. Приехали с партнером, искали долго человека, который имеет не просто там теоретический опыт, но и на практике может показать весь процесс вот, выращивания культуры. Было достаточно интересно, вчера целый день работали в теории, а до этого посмотрели обучающее видео, где все четко достаточно разложено, и затем поехали уже на участок, посмотрели на практике различные инструменты, технику, процесс, значит, что там, на какой глубине заложено. В общем, получили не просто какой-то теоретический опыт, но и на практике посмотрели, что как бы все реально, можно сказать, вдохновились примером Александра, попробуем что-то сделать у себя на территории области. Мне интересна данная тема. Я фермер, пока еще не очень опытный, и для себя на этом семинаре я прояснил некоторые вопросы, которые касаются агротехники, защиты растений, подготовки почвы, механизации, вопросы продаж и работы с персоналом. Семинар прошел в очень дружелюбной атмосфере. Обсудили очень много нужных и важных тем, начиная с азов и заканчивая продажами чеснока. Встреча прошла очень продуктивно. Надеемся, что будем общаться и в дальнейшем. Все, друзья, у нас завершился семинар. Проходил 2 дня в очень дружеской обстановке. Все темы мы рассказали. Я поделился опытом и рассказал о продажах, о агротехнике выращивания чеснока, механизации. Поделился теми моментами, которые реально влияют на результат, которые они недорогостоящие, но приводят к результату. Это очень важно для тех, кто начинает этот вид деятельности. И данный формат, я думаю, мы, скорее всего, продолжим. Но вот в рамках данного мероприятия я оценю 10 из 10. То есть я полностью доволен тем, что мы пообщались в кулуарах, мы пообщались в аудитории.
Так, по поводу проведения мероприятия, скорее всего, что у нас будет подобный семинар, но уже в Москве, поскольку город Киров достаточно трудно добраться, как оказалось, то есть это является основной проблемой для того, чтобы участникам было удобно выехать на семинар на выходные дни. То есть, скорее всего, что мы проведем семинар через полгода, весной, в городе Москва, но эта информация, так скажем, будет уже более конкретная в следующем сезоне. Всем спасибо, кто просмотрел данное видео до конца. Всем спасибо большое участникам. Очень приятно познакомились лично, пообщались. Надеюсь, что им тоже понравилось. И всем счастливо, удачи, пока-пока. С вами был Александр.